молодец. Давай, давай, пиздули.
боком. И воды попить можно. Короче, стали под налет. Под налет. Короче, Жека одного с лету взял. И я взял, короче, одного. Мой, короче, утянул. Жекин рядом упал. Вот, я сейчас своего кое-как нашел. Сейчас надо добрать его. Что-то гусь одной стороной шел. Сейчас издалека увидал его. Сейчас подкрадываюсь. Забыл насадку снять с этого силиконового, с глазка, отсюда с камеры. Налет ни хера не заснялся. Ни мой, ни Жекин. Сейчас этого доберем. Стаи все вдоль леса, а? Над макушками. Ну, кто-то электронику аж в лесу включил, бля. Блин, хорошо тройка шла. Бля, чуть стороной, а? Все не то, не сё, бля. Подранка, так и не могу ни хера найти. Я знаю, где он, куда ушел, блин, надо было сразу за ним бежать, как он шел вдоль этой по болоте. Пойду еще чуть-чуть тут пройдусь, бля. Наконец-то я подранка своего нашел. Наконец-то я его нашел, парни. Я не знаю сколько, на около 10 километров находил. Чуйка была, что он сюда пойдет. Это что-то. Чуйка была, что он сюда пошел. Я там другими кругами вообще наконец-то нашел. Да. О, белолобик.
вот. Потеряшка. Наконец-то, а? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Не зря я рюкзак с собой взял. Все лужи почти обошел, и здесь вообще немерено. Короче, вот такой красавец. Чего так и подумал, что он сразу напрямки пошел, а не где-то через лужу начал плыть. Там луж много. Много я с ним походил. Ладно, жалко было. Уже хотел сдаться, думал, все. Идти опять под кромку где-нибудь сесть. Так что так вот. Года сегодня пасмурная с утра была, его почти не было. Только солнце подразыгралось, все, лед хороший начался. И идет все вот стороной. Профиля нифига. Либо одной макушкой леса, либо другой, короче. Вот решили, короче, с товарищем уйти в одну сторону. Гуся прет много, вот на макушками хорошо. Я не успел, сейчас трой, стая хорошая летела, и тройка летела. Потом еще одна стая. Надо этот, как телепортацию, чтоб сразу там оказался, короче. Так.
Гуся пока нет. Ждем вечерочку. Сидим. Что-то пока ничего не летит. Ветерка слишком такого нету. Небольшой ветерок. Ладно, подождем. Может, чтобы по темноте будет. Так. Не выход. Ну вот, на этой ноте я и закончил осенний сезон. Были хорошие кадры, но камера немножко мне тут покопался. Чертовый сенсор на этой камере. Язык сменился.
И, короче, карту нечаянно отформатировал. Были хорошие налеты. Но, так что извиняйте, что есть. Всем ни пуха, ни пера. Всем удачных трофеев. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Всем пока.